А накануне в Красноярской школе 149 тоже умерла учительница. На сайте школы уже появился некролог. По словам родителей учеников, у педагога был коронавирус. Учителю было всего 57 лет. Она преподавала русский язык и литературу шестиклассников, а заболела в конце октября. Родители также рассказывают, что в школе еще несколько педагогов с тяжелыми симптомами. Трое сейчас находятся в больнице, возможно, в реанимации. Напомню, это не первая смерть среди педагогов, которые заразились COVID-19. Несколько недель назад скончались учительница биологии из 150-й школы, математик из 8-го лицея и как минимум три учителя в районах края.